Найцікавіше персональне сьогодення в проєкті телеканалу «Р1 Персона». В гостях у нас кандидат історичних наук, професор Сергій Куделко. Здравствуйте. Добрый день. Я рада вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас интересная тема, историческая тема. Не так давно харьковчане отметили День города, 23 августа, День освобождения города Харькова. И очень интересно, есть много фактов по этому дню. Вот один из фактов о том, что недавно я это прочитала, о том, что на самом деле Харьков был освобожден не 23 августа, как принято считать, а намного позже. Вот. Вы как историк, как вы можете это прокомментировать? Ну, я стою сторонником прежде истории, прежде версии. Хотя я тоже знакомился с этими материалами, потому что некоторые авторы сейчас предлагают изменить эту дату. Но я думаю, что те, кто отмечал, праздновал, докладывал, жили в Харькове, видели и знали. И если бы город не был освобожден, как бы праздновали салютами, отмечали это событие. Это просто было бы невозможно. Другое дело, что Харьков растет, он расширяется, растет и ввысь, и вширь, и приходит в те районы, которые раньше не считались Харьковом. Например, сейчас граница обороны за Киевом, это станция метро Лубицкая, но это же в центре Киева сейчас. Киев вырос еще больше, поэтому мы не можем сказать, что это был Киев в тот период, это было за Киевом. Поэтому думают, что 23 августа – это надежная историческая дата, которую мы должны придерживаться. Хотя немцы тогда недалеко, они еще были и могли обстреливать этот город. Боялись еще в Харьковской области некоторое время? Конечно. В некоторых районах и в сентябре, да, и в октябре. Да, совершенно верно, потому что, сказать, Харьковская область была освобождена позже. Но день 23 августа, день завершения грандиозной, крупнейшей битвы, это Курская операция, которая является переломным событием Второй мировой войны, это день освобождения нашего города. С чем, конечно же, мы каждый раз поздравляем харьковчан, наших гостей, потому что это славная дата, которую мы, конечно, не должны забывать. Что по факту считалось освобождением Харькова? То есть выгнать противника с города, с какой части его? Конечно же, это сказать, когда город освобожден. Или занять какие-то объекты важные? Вот. Ну, важных объектов в каждом городе много. Поэтому, скажем, когда говорить о Харькове, о других таких городах, больших городах, других просто населенных пунктов, конечно же, там водружалось знамя, что это высота, или это дом, или это вышка, или даже труба, может быть, какая-то, что она взята. Поэтому эти флаги свидетельствовали, как бы, как маяки о том, что эта часть города освобождена, или этот дом освобожден. Поэтому таких знамен победы, флагов победы было достаточно много. В том числе и здесь, на этой площади, устанавливались на гостинице «Интернационал», так называлась гостиница «Харьков», на здании «Газпрома», это бывшее здание ВСНХ, и некоторых других постройках там тоже были установлены эти, сказать, знамена. Я хочу сказать нашим телезрителям, всем харьковчанам, о том, что сообщение о том, что город взят, а он не взят, это очень ответственное сообщение. Никто бы не мог взять на себя такую ответственность, сказать о том, что враг еще в городе, а мы уже, сказать, освободили. За это следовало бы какое-нибудь и наказание. Поэтому вот так вот легко относиться к таким событиям, это было бы невозможно. Потому что возможно и контрнаступление врага, и всякие другие. То есть те, которые сообщили о том, что город наш, что он взят советской армией, они уже были уверены, что другого варианта не будет. Ну, потому что время военное, суровое, и нельзя сказать, сегодня взят, а завтра уже не взят. Поэтому так нужно подходить к этому отношению. Хотя, конечно же, есть и другие мнения, и другие точки зрения, и размышления. Я вам могу привести примеры из истории очень много. Например, город Сталинград, который был полностью немцами взят, за исключением некоторых его небольших таких кусков, например, дом Павлова и так далее. Или, например, более ранняя история, например, Севастополь в Крымской войне. По существу союзники заняли южную часть Севастополя. Вот, а армия перешла на северную часть. Поэтому Севастополь, в общем-то говоря, не был полностью взят. Но считается в истории, что Севастополь пал. Поэтому это вопросы, которые каждый раз требуют своего какого-то уточнения, разъяснения. Вот как раз вы сказали о том, что, как говорится, знамя победы у нас было установлено на гостинице «Харьков», в то время «Интернационал». Да? Да. И очень... Гостиница очень пострадала. Я вам должен сказать, что... История, даже... вот, да. История этого здания очень печальная, потому что во время оккупации, насколько знаю по истории, там проводились и да, пытки, там, и... Да, там в подвале содержали заложники. Вот они были казнены, сохранились надписи,
подвалах которых это было, вообще судьба этого здания, которое действительно оказалось одним из центральных, это было крупнейшее в довоенной Украине гостиница. Это строилось еще в тот период, начали строить, когда Харьков был столицей Украины. В общем-то, она была феноменальна по своим и размерам, и по комфорту, которого она предоставляла для своих постояльцев. Недаром в 1937 году в Париже на Всемирной выставке интерьеры заняли, получили гран-при, золотую медаль за эту гостиницу. И, конечно, она была облюбована, скажем, оккупантами, как место, где проводились всевозможные их какие-то экзекуции, мероприятия. Я видел, держал в своих руках документы, которые сейчас я не могу отыскать, к сожалению, когда я их держал в 90-х годах в своих руках, история гостиницы «Харьков» в документах. В общем-то, у меня была другая цель. Я просто писал, как важны, какие важны материалы, которых еще неизвестно многим. Когда спустя 20 лет я попытался их вновь отыскать, мне была получена справка, документы не найдены. Речь идет об архивных документах, которые отошли. Но я все-таки лелею надежду, что рано или поздно эти материалы все-таки, будут прочитаны, и мы узнаем доподлинно, как, что проходило в гостинице в этот период. Там были и показания тех, кто был в оккупации, тех, кто работал там дворником, швейцарем в гостинице, которые расписали, что говорилось здесь. Если говорить до военного Харькова, если говорить о городе нашем, который был на тот момент первой столицей, то интересный факт о том, что Харьковская область, она была намного больше по своей территории. А что тут нам удивляться? Дело в том, что, сказать, до того, как она в 1932 году обрела статус области, это был округ, это была губерния, а губерния исходит еще с 18 века, когда в 1765 году это была Слободско-Украинская губерния, она занимала площадь больше, чем в два раза больше современной Харьковской области и тянулась там от Сумской области туда дальше, на восток, Дону. В общем-то, она была вытянута в меридианном отношении. После того, как в 1835 году область была названа Харьковской областью, она мало меняла свои границы. После революции следовала одна за другой административная реформа, была лихорадка всяких перестроек, поэтому они менялись так и так. Поэтому Харьковский округ был действительно охватывал огромную часть, ну, сказать, Украины, той Украины, потому что тогда еще Западная Украина, Закарпатье еще не входили в состав Украины. В общем-то, это был огромный округ. Потом последовала новая реформа, и уже области приняли нам привычный современный вид. Кстати сказать, время от времени сейчас поднимаются разговоры о новой административной реформе, о каких-то других, вещах. Я не знаю, насколько это полезно. Это должны быть экономические расчеты, какие-то отношения. Ну, по крайней мере, мне кажется, что вот такое деление, которое мы привыкли видеть, оно устоялось. Оно уже привычно. Оно уже стало какой-то плотью кровью нашей жизни. А прежние деления, оно были значительно больше, совершенно верно вы говорите. А можно сказать, какие были территории сегодняшней современной территории входили в Харьковскую область? Ну, например, это часть Белгородской области? Сумской, да? Значительная часть области, потому что, вообще говоря, половина Сумской области, это исторически, это Слободская Украина. Это та часть, которая относится к Слободской Украине, и которая имеет особый и культурный тип, и отличия в языке, в духовных каких-то отношениях. Вот это те части, которые к южному примыкают к нашей области. Таким образом, мы можем сказать, что и на восток, и на запад она была значительно, эта территория, шире. Опять же, есть свои преимущества в таких крупных единицах, но есть и серьезные недостатки, потому что управлять территориями в обширными, конечно же, сложно. Тем более, что тогда, будем говорить откровенно, транспорт не был развит, как сейчас. Ведь, скажем, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, они не были так развиты, как сегодня, не было скоростных поездов и так далее. Поэтому лужевой транспорт до военного года играл очень большую роль. Согласитесь, что в таких условиях, когда радиофикация только началась, когда не было, конечно, никаких интернетов и так далее, огромные территории, в общем-то, они сложны для управления. Даже сегодняшняя Харьковская область, своей площадью 30 тысяч квадратных километров, больше, чем Бельгия, целое государство. Поэтому, если она была бы в 2-3 раза больше, можем представить размахи этой нашей Харьковской области в этом отношении. Поэтому я считаю, что вот это разукрупнение областей, сделано их показать более такими компактными, мне кажется, это имел эффект в определенный период. Но я хочу сказать и телезрителям, и сказать, мы это обсуждали с коллегами, все исторично.
Дело у человека не стоит до века. А это значит, что нужно исходить из административных и других вопросов, исходя из явления времени. Нет ничего постоянного. Все меняется. Тогда, когда-то создавались, было удобно так. Может быть, сегодня это нужно подходить по-другому. Это касается и названий. Это название переименования. Это касается очень многого. То есть, прежде всего, нужно смотреть исторично. Что сегодня ценно, что сегодня важно, что сегодня нам нужно. А уж потомки разберутся как-нибудь, что из того, что мы им оставим, для них будет важно, ценно и полезно. Другое дело, всегда нужно относиться очень уважительно к предшествующим поколениям. Понимать, почему они так действовали, почему они так говорили, почему они так поступали. У них были свои ценности, у них были свои понимания добра, зла, хорошего, плохого и так далее. Поэтому вот огульное отрицание прошлого – это одна из очень больших, сказать, я бы сказал, даже пороков, не то что болезни, которые больно обществу сегодня. Очень важные вещи вы сказали, спасибо вам за это. И если говорить еще до военной Украины, то Харькове, то я знаю, что много историй существует по строительству здания «Газпрома». Ну, конечно. На тот момент была очень большая сумма денег выделена на строительство, много сил затрачено. Ну, разумеется, даже если бы такое здание возводились и в наше время, через практически 100 лет, ну, меньше немножко 100 лет. Вот. Оно тоже потребовало огромных, сказать, вложений. Харьков – столица. Столица молодого, быстрорастущего государства. И было решено создать новый центр. Старый центр, там, где мы сейчас видим площадь Конституции, уже удовлетворял тем запросам общества. Он стал быстро развиваться в северную часть. Вот здесь, на бывших пустырях, окраинах, и было решено создать новую гигантскую площадь. Площадь, которая носила тогда имя Дзержинского, потому что он опекал в значительной мере это строительство, помогал, и в том числе добывал деньги на это, и создать комплекс. Комплекс уникальных зданий. Они все построены как конкурсный проект, по индивидуальному, так сказать, центральный, который является дом государственной промышленности. Он первый был возведен, а вот эти крылья, которые главный корпус университета сегодня и его северный корпус, были построены позже. Что я должен сказать? «Газпром» – это чудо. Чудо архитектуры. Недаром во Всемирной архитектурной энциклопедии на обложке помещен это здание. Оно необыкновенно пропорционально. Оно имеет удивительные свойства от внешних образов, когда это сюда, которая там светится во время закатов или рассветов, и до того комфорта, который там существует и сегодня. Мы можем видеть даже те старинные лифты, которыми еще пользовались в те периоды. Это же памятники техники. Дом государственной промышленности меньше всех пострадал в годы войны. Но не от того, что его особенно кто-то жалел. Просто когда его строили, там была заложена двойная прочность бетона. И когда враг пытался, сказать, взорвать, не получилось. Соседние здания были разрушены, в том числе университет. Соседние здания были разрушены, и нынешний университет, дом проекта в тот период. А остались одни коробки покореженные. Вот. А это здание, хоть и вылетели двери, окна и так далее, оно уцелело. Оно имеет свои особенности, автономное водоснабжение, электроснабжение, оно имело, так сказать, и подземные бомбоубежища. Вот много очень других. Много легенд про подземные ходы, которые ведут от «Газпрома». Да, но это более туда, в центр. Совершенно верно. Подземные ходы – это то, что очень волнует очень многих людей. И я должен сказать, таинственное, сказать, подземелье, подземные ходы, которые, как некоторые утверждают, ведут чуть ли не до Белгорода, Курежа и во все стороны. В общем, во всяком случае, могу сказать, есть действительно и в Харькове и подземные ходы, есть и в области такие вот элементы этих подземных ходов. В общем-то, их изучают, но вот значительные слухи, мифы, легенды, они преувеличивают значение. Они, эти подземные ходы, если верить легендам, не соответствуют наземному Харькову. Только очень большой город может позволить себе найти такие силы, чтобы выкопать в тех условиях лопаты или чем-то они копали, вот какие-то более-менее длинные подземелья в городе. Поэтому, в том числе и о доме государственной промышленности, существует, конечно же, много рассказов. Первый в Европе небоскреб. Это было самое высокое здание. Первое здание с плоской крышей, по-моему. Да, совершенно верно. То есть оно строилось совершенно оригинальным образом. Это ленинградская мастерская архитектора Серафимова, которая выиграла, сказать, этот конкурс вот, под названием, сказать, «Незваный гость».
За рекордные 3 года было построено здание «Газпрома». Ну, да, это верно. Были четкие установки? Да. Ну, четкие установки, и сказать, в первую очередь, на снабжение материалами, и сказать, на подводы же привозили все это. Но нужно сказать, что отделки продолжались и некоторое время, и позже. Вот Дом государства и промышленности впитал в себя огромное количество всевозможных организаций с самого начала. То есть там размещались все, что хотите на протяжении истории. Написать историю «Газпрома» — это написать огромную книгу. От дипломатических служб до каких-то контор, которые там размещались, арендаторов. В общем-то, настолько много всего интересного. Здесь же и первая харьковская телестудия размещалась. Как тогда волновались харьковчане, не нарушит ли гармонию «Газпрома» вышка, которая была сооружена? Нет. Это здание построено настолько хорошо, что даже вот эта вышка, она только подчеркнула силу этого «Газпрома». И еще я хочу обратить ваше внимание. Ведь перепад высоты с севера на юг, там, где стоит «Газпром», 18-19 метров. То есть, по существу, «Газпром» находится внизу, туда, к, сказать, к пассионарии, спуску к Калачковским отношениям. А он смотрится великолепно. Он не смотрится, что он находится где-то там внизу. Открывается удивительная панорама, которая завораживает. Иногда ясную, тихую погоду, когда человек оказывается на площади Свободы, эти здания, великолепные здания, кажутся декорацией какого-то спектакля. Потому что они кажутся, ну, вот, что вот мы находимся в каком-то уникальном этом месте. Вот эта круглая часть площади, она, вообще говоря, замечательная. Ничего не хочу сказать плохого про эту часть площади, где мы с вами находимся. Но она уже более современная. Да. Но вот, во всяком случае, вот та круглая часть, она, сказать, действительно, 3 огромных здания, так сказать, размещается. Там есть и секреты, я могу рассказать. Конечно. Ну, например, каждая постройка следующего здания, они хотели превзойти «Газпром». Поэтому, например, по высоте Дом проектов, или то, что считает главный корпус университета, он выше, чем здание государства промышленности. А когда академик Дмитриев запланировал дом кооперации Северного корпуса университета, он хотел, чтобы он был главной вертикалью этой части, чтобы он превзошел и дом проектов. Другое дело, что грянула война, достроить не удалось. И после войны уже на несколько этажей его сделали ниже. Поэтому, когда я прохожу мимо этого здания, я знаю по проектным чертежам, что он должен быть значительно выше и стать самым высоким в этой части города. Но, опять же, те, кто это не знает, этого не замечают. Это когда начинают рассказывать, что проект архитектора должен быть, это центральный пилон должен быть выше, тогда они, да, конечно, это, наверное, было бы, сказать, интереснее с архитектурной точки зрения. Не все, что планирует архитектор, осуществляется. Я еще это говорю, потому что иногда, скажем, заказчик разоряется, например, дома. Или появляются какие-то обстоятельства, которые не дают возможность архитектору реализовать свой замысел. Какие, на вашей памяти, какие вы помните, как историк, объекты, может быть, такие масштабные, которые были задуманы в Харькове, но они не были реализованы сколько угодно. До конца? Вот. И некоторые, я только могу сказать, слава богу, что они не были реализованы. Но, например, в свое время, в 70-х годах, хотели построить на месте вот этого замечательного Пикетовского ряда на площади Конституции, вот там, где эти банки, там, где театр кукол сейчас, это один из старейших театров кукол и один из лучших в Восточной Европе, театр марионеток. Да, так вот, построить огромную башню. Башню, которая бы, сказать, была доминантой всей этой части, современную, сказать, с красными лифтами и так далее. Какое счастье, что это было не реализовано, и что мы видим эти прекрасные бекетовские строения, которые там находятся. То есть не значит, что, сказать, если это новое, то оно лучше, чем старые. Поэтому нужно и ценить старый Харьков, и видеть его, сказать, его прелесть. В общем-то. У вас очень есть интересная история про дом ученых. Всякие старые дома в Харькове имеют какие-то свои истории, какие-то отношения. Дом ученых тоже. Дело в том, что было замечено, что охранники этого дома, который дежурит ночью, что каждый раз около 12 часов видимо, хозяева возвращается или хозяин, и раздаются шаги, скрипят лестницы, там же деревянная лестница. Кто-то проходит. Но каждый раз они не могут увидеть, кто это, никого нет. И каждый раз повторяется одна и та же история. И вот возникает, конечно же, сказать вот такой вот истории, что сказать, хозяева, как в этом случае, во многих других, хозяева приходят и смотрят на свои помещения, что там сейчас, как его содержат, как это. И так далее. То есть рассказов, легенд достаточно много, и нужно сказать, что
вот управление по делам туризма, оно делает большое дело, что оно собирает харьковские легенды, что оно их каким-то образом обрабатывает. И у нас есть такой корпус целых интереснейших рассказов. Почему? Потому что только провести экскурсию можно на одних легендах, на этих рассказах. Но что легенды? Я вам скажу, реальная жизнь, она иногда потрясающе, чем легенды. Ну, например, история Харьковского университета. Царь подписал указ о создании нашего университета 5 ноября. По новому стилю это 17 ноября. Что такое 17 ноября? Это Всемирный день студентов. И это день украинского студенчества. Таким образом, день основания университета и через много времени, принят в другом столетии, Всемирный день студентов совпадает. Или, например, такое обстоятельство, такое отношение. Был открыт замечательный, один из чудесных памятников, памятник Сова Жуковский, это Дадаев, автор, судбатовцам. И когда открывали памятник, не было никаких таких размышлений по этому поводу. И вдруг вспомнили замечательное произведение Олеся Гончара, который до войны учился в Харьковском университете, закончил потом Днепропетровский университет, который пишет о том, что когда объявили войну, хлопцы бежали по брусчатке самой большой площади Европы. Первый подъезд «Газпрома», потому что там был пункт, где записывали добровольцев. Они стоят, они бегут прямо в первый подъезд «Газпрома». То есть история как бы повторилась именно так, как это было по истории. Тогда дом проекта был не университетом. В общем-то, тогда это была другая организация. И вдруг все вернулось. Вдруг так они стоят именно так, как это было, как это описано. Университет, в том числе университет, подарил нам очень много знаменитых харьковчан, которые известны во всем мире. Это и нобелевские лауреаты в том числе. Давайте, может быть, вспомним нескольких людей, которые прославили Харьков и Украину на весь мир. Спасибо вам за этот вопрос. Конечно же, очень приятно рассказывать. И с гордостью могу сказать, что пока ни один украинский университет не дал нобелевских лауреатов, а в истории этого университета их было три. Считается, что науку можно разделить, науку об обществе, социальной науке, что это, может быть, науки естественные, точные. И как раз получилось, что три нобелевских лауреата и представляют эти направления. В общем-то, выдающийся гениальный физик Лев Ландау был заведующим кафедры Харьковского университета. И хотя было там немного, в общем-то, он создал школу. Ее среди учеников был Лившиц, академик, который потом стал свою школу. И так мы можем проследить до сегодняшнего дня. Потрясающая физическая школа, которая до сегодняшнего дня окрещает мировой науке своими достижениями. Выпускником университета еще в революционный период был Илья Мечников. Это был, так сказать, заместитель директора Пастеровского института. Это мировая величина. Он микробиолог, он занимался многими другими проблемами. Который работал в сегодняшнем здании Дворца детского творчества, если я не ошибаюсь. Нет? Он мог и приходить туда как студент. Он отличен. Даже, возможно, говорят, что там была его лаборатория. Вот, там была лаборатория Цинковского, в котором, конечно же, и Мечников знал, и что это тоже был выдающийся микробиолог. Вот. Мечников закончил университет, и жизнь его потом, у него путешествия по Европе, в Одессе он много работал, недавно Одесский университет носит имя Мечникова, в общем-то. Но прославил свое имя он уже своей благоцитарной теории, за которую в 1908 году одним из первых получил свою Нобелевскую премию. Любопытный факт мне рассказал коллега о том, что когда проанализировали научное наследие Мечникова, то выяснилось, что 10 человек, развивая учение Мечникова, получили Нобелевскую премию. То есть он открыл дорогу другим нобелевским лауреатам, которые после него, которые, идя по его пути, вот вам сказать, достигли таких высочайших вершин науки, такого признания. И третье, о котором нужно сказать, конечно, другая область, это Семен Кузнец. Кузнец – это экономист, который, сказать, в начале 20-х годов уже эмигрировал сначала в Варшаву, а потом в Соединенные Штаты Америки, где развернулась его большая часть его деятельности, и он получил там лавры этого признания. Но в своей нобелевской биографии он написал свое университетское образование «Я начал в Харькове». То есть, сказать, отсюда у него корни, как бы, к науке, знаниям, которые ему преподавали те профессора,
Харьковского университета. Вообще экономическая школа в начале 20 века достигла огромных успехов. Здесь именно Алексеенко и Туган Барановского и многих других экономистов мирового уровня, которые, скажем, жили, творили в тот период в Харькове. И важно, что наша программа выходит накануне Дня знаний. И на такой ноте мы заканчиваем программу. И вам слово. Накануне такого события, которое мы отмечаем каждый год, я хочу поздравить учащихся и тех, кто учит, студентов, преподавателей с этим замечательным праздником, Днем знаний, который мы будем отмечать 1 сентября. Пусть студенты и школьники хорошо учатся, а преподаватели и учителя хорошо учат. Спасибо. Спасибо большое. Я тоже вас поздравляю с праздником. Всем спасибо. На цьому час нашої програми вичерпаний. Побачимось наступного тижня. На все добре.